Интерьер гаража. Интерьер гаража зависит от его функционального назначения. Если гараж используется только для хранения автомобиля, то его интерьер может быть достаточно простым. Но если гараж также используется как мастерская или для других домашних проектов, то его интерьер должен быть более организованным и функциональным. Вот несколько идей для оформления гаража. Используйте шкафы, стеллажи и ящики для хранения инструментов и других вещей, чтобы сохранить гараж в порядке. Если возможно, повесьте вещи на стену, чтобы сэкономить место на полу. Хорошее освещение является важным компонентом гаражного интерьера. Установите достаточное количество светильников, чтобы можно было комфортно работать в гараже в любое время суток. Если вы хотите придать гаражу более аккуратный вид, установите покрытие пола. Вы можете использовать ковровое покрытие, плитку или специальное гаражное покрытие. Если вы часто работаете над своим автомобилем, то можете рассмотреть установку подъемника. Это сэкономит место в гараже и сделает работу над автомобилем более удобной. Добавьте некоторые элементы декора, чтобы сделать гараж более уютным и приятным. Вы можете использовать плакаты или фотографии автомобилей, а также настенные часы и другие декоративные элементы. Независимо от того, как вы решите оформить свой гараж, помните, что он должен быть функциональным и удобным для работы. Всем приятного просмотра!
Кому понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал.